Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Заглянем, что интересненького у вас будет в ближайшее время. Замечательные мои карты. Сейчас они нам подскажут в формате общего сеанса, общего интернет-просмотра, да? Дорогие, на индивидуальный прием, те, кто желает попасть экстрасенсорно по фото, я смотрю, в каналах яснознания, ясновидения, диагностика негативных программ, просмотр по судьбе человека или нет, можно ли наладить отношения или как-то сблизиться, опять же, судьба, не судьба. В общем, разные подводные течения, да, все просматриваем. Вопросы, в принципе, любой сложности, за исключением некоторых. Также подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен канал, на канал в Телеграм, там очень интересная информация. Дорогие, вы ожидаете человека то ли на свой порог, то ли он уже есть, вы ждете в гости или ждете вообще его с ним общения. Здесь, в принципе, даже свадебная карта, хотя вы можете вместе работать, делать какие-то дела. Карта очень хорошая, вас ждут, вас везде принимают, вы душа компании. Замечательный человек, замечательная женщина. Если смотрит мужчина, это тоже о вас, только в мужском роде, естественно, дорогие. Вас просто меньше, уважаемые мужчины, поэтому все-таки идет обращение к женщинам, но вы переводите в случае чего на себя информацию и также смотрите на ваших муз, прелестниц, на тех людей, которые вам интересны. Итак, давайте посмотрим мужчину рядом с вами. Какой, кто? Девочки, ну, во-первых, тут фантазер, скорее всего. Много у него желаний. Кого-то из вас, конечно же, вводит в заблуждение. Вольно или не специально, вольно-невольно. Давайте посмотрим. Ну, нет, здесь человек тоже ищет радости в жизни, ищет даже, может быть, и семейных отношений, любовных. Возможно, ему не хватает просто в своей жизни каких-то чудес, не хватает радости. Он идет, в принципе, здесь на позитиве. То есть обман, он как-то здесь не специальный. Возможно, человек сам, он видит свое будущее. Посмотрите, настроен он на длительные отношения. Скорее, ну, про отношения спросим. Но вообще, вот он видит как? Это длительное развитие. Может быть, конечно, у вас даже есть расстояние и переписка какая-то между вами. Но человек может фантазировать, грезить о своем будущем. Как там будет? Там будет семья, там будет все хорошо. И налаженный не просто быт, а вот именно эмоциональная составляющая, да, то есть сердце будет наполнено любовью, радостью. Вот здесь так показывают человека. Я бы не сказала, что он такой прям инфантильный или что-то туда вот врет. Хороший у него настрой и перспектива. Вы здесь, как вас еще откроют? Так, шажочки пока что. Вы шаги не делаете, но вообще вы оптимистично настроены сами. И можете взять быка за рога. Вы можете наметить цели и планы и действовать по-мужски. Но тут показывает, что вы ожидаете все-таки мужчину. Кстати, вы прям ожидаете дороги. Дороги открыты. Встреча здесь. Какой-то приход человека в вашу жизнь. И, в принципе, вы считаете, что он император. Он самый лучший. Так, это что здесь между вами? Слушайте, ну вообще-то здесь успех, здесь быть на коне, здесь между вами прям какое-то взаимное уважение. Опять же, вы можете быть связаны, кто-то в социуме, кто-то вместе, какое-то хобби у вас общее, вы где-то можете пересекаться, или, знаете, как в фитнесе бывают, там сейчас лыжи, кто-то любит плавать, играть в теннис, ну где-то, то ли по рабочим моментам. Вот, в общем-то, здесь у вас, и у вас, и у партнера, вообще у этого человека, у которого вы спрашиваете, есть такая надобность в развитии, чтобы все было чинно, благородно, чтобы... В общем, знаете как, ваша репутация вам очень важна, и это, в принципе, хорошо. То есть вам не наплевать ни на себя, ни на людей, которые вас окружают. Так, еще...
На данный момент посмотрите, что с вашей стороны ангел-хранитель. Он вас защищает, девочки, оберегает. Он говорит: спокойная, дорогая, спокойствие, только спокойствие, прислушайся. Прислушайтесь к его знакам, да, поговорите с высшими силами. Вы можете быть в таком балансе, в прекрасном состоянии, в настрое, в хорошем духа. Партнер же находится в неких сомнениях, да, что его тревожит. Вы знаете, здесь еще дело случая есть там с его стороны, где-то какие-то общения, какие-то мероприятия, и кто-то его ближний круг. Это бывает не всегда, это бывает дело какого-то случая. Вот там что-то, знаете, там как будто бы ему перекрывают или палки в колеса вставляют, но вроде как все хорошо-хорошо, но он призадумывается. На данный момент, возможно, ему вот этот вот его уклад жизни просто не хочется терять. Ему нужен отдых время от времени, и он сомневается, скорее всего, сможет ли сейчас он что-то вам дать, да, что-то сам приобрести. Если у него такая потребность в данный-то момент в этом, да? Ну-ка. Вот он жезловый, то есть он здесь как-то дела своей семьи может решать, свои собственные, да, тоже взрослый достаточно человек, и у многих могут показывать, что тут есть отношения, опять же, это общий сеанс, дорогие, то есть здесь человек такой, здесь активный, и здесь сексуально активный, темпераментный человек, мужчина, ну, а вы... как в этом плане. А вы немножко мягче, вы видите родственную душу, для вас такие некие мимимишности важны, да, или тонкое чувствование больше важно, и больше на духовном уровне. Здесь вы можете немножко не сходиться. Или он слишком может вот это вот еще не нагуляться, даже скажем так, да, а через какое-то время... Вот через какое-то время, если не будет решаться... Ну-ка, давайте посмотрим, что тут решаться-то должно. Ах ты, раньше времени бежим. Что тут надо другое позадавать, девочки, другие вопросики. Пока идет еще отшельничество, и вы сами в своем развитии, и он тоже. Еще рано говорить пока о чем-либо, да, прям серьезном. Такое ощущение, что вы сейчас выстраиваете вы какую-то на новой ноте, на новой волне. Если даже про мужчину, который с вами уже долгое время, да, здесь что-то произошло, или чувствуете одиночество вдвоем, будет ли улучшение в вашем случае, нужно спрашивать, да, потому что здесь человек начнет как-то по-своему настаивать, а вам будет тяжело на своем настаивать, свои планы, свои какие-то будет вам, ну, может быть, не навязывать даже, да, но у него есть свои планы, вам здесь надо разумность и мудрость подключать, потому что человек будет сам бороться с собой, ему будет стыдно даже за то, что он делает. Но пока, вот знаете, на данный момент я не вижу, чтобы это был совершенно человек чист перед вами, чтобы у него никого не было. Здесь возможны всякие разные искушения, вы сами видите, и треугольнички могут быть, и человек пока еще не остепенился, а у вас прям переходные моменты очень серьезные. Вы здесь как бы научаетесь быть лучше, сильнее, мудрее. И, возможно, вы вот свою силу наберете, у вас здесь по судьбе большие трансформации проходят. Смотрите, у него тоже старшие арканы, в принципе. Тут еще и маг, мужчина сильных, а у вас шут. Девчат, скорее всего, вам самой уже... Ну, через какое-то время станет понятно, что вы вам хорошо... самой по себе. Вам вольно, вам свободно. Хочу пироги, ем, хочу колбасу, хочу сегодня разгрузочный день. Ничего не надо готовить никому, да? Как говорим, закрывать крышку унитаза. Ну, по понятным причинам. То есть вот здесь какой-то уже показывают легкость и свободу вашу. Возможно, даже вот это одиночество вам оно и лучше. То есть вы можете встречаться, вы можете общаться. Но, по сути, вы понимаете, что у вас идет как раз дискомфорт от каких-то таких, может быть, завышенных требований или от того, что сейчас именно на данный момент куда-то вперед заскочить. Нет, сейчас пока все идет своим чередом. И тут и ангел-хранитель умеренно сам говорит, что не торопись. Вот здесь ситуация как будет меняться. Вы знаете, у вас тут духовная связь очень сильная. И очень важно здесь, человек женат или нет, и вы замужем или не замужем. Потому что вы тоже можете, вы можете оба быть в браках, в союзах. И вот что между вами, да, вот то, что мы видим.
Если нет, то да, конечно же, из одиночных путников, вот когда вы прочувствуете, что вам и так хорошо, само по себе возможность здесь даже будет что-то серьезное, более серьезные предложения. Возможно, даже ваш союз объединить ваши активы, да, как говорится. Здесь даже так может проиграться, но мы опять же бежим впереди паровоза. Тем не менее, тут долго сказка ли сказывается, быстро ли дело делается. Тут достаточно все равно у вас, если друг с другом будет хорошая взаимосвязь, это бывает такое, вы преодолеваете, вы понимаете все для себя, он для себя все понимает, вот его бы энергии да в нужное русло, да, как я говорю, очень часто помогу. У вас между вами замечательное взаимодействие. Желания исполняются, вы идете четко к цели, вы помогаете друг другу, вы развиваетесь вроде как сами по себе, тем не менее ваши энергии сочетаются удивительным образом и помогают друг другу. Вы помогаете друг другу, ваши энергии помогают и работать, и развиваться. У вас какое-то хорошее взаимодействие друг друга мотивирующее. Но мужчина, конечно, в более худших энергиях, более тяжелых энергиях. Стоит ли ему помогать, чистить и прочее, у вас там сила, это похоже на то, что вы ему помогаете, но тут прям, да, здесь такая чувствительность, здесь прям сердечность идет, вроде как вы от всей души ему даже готовы помочь, а он вам. Да тут тоже, между прочим, кто-то даже может финансово помогать, здесь очень хорошо. Ну, здесь мужчина хорошо может и зарабатывать, да, и если он не жадный, то он может вам помогать. Очень-очень мило. Все это может быть, несмотря на подводное течение. А вы можете принимать эту помощь. Так, ну смотрите, давайте еще вот что. Чтобы нам как бы... Давайте так, если вы будете проявлять активность, что будет, да? Что выяснять, проявляете вы активность. Что-то выясняете. Чтобы он сказал правду. Значит, здесь смотрите, вы идете больше как друг. Проявляете активность, да, если вы не замужняя женщина, вы здесь можете показать ему свою ресурсность от и до. Но дальше, смотрите, здесь страхи, опасность какая-то, да. Темно, темнота, краски сгущаются. То есть можно переборщить элементарно. Возможно, вот здесь на этой стадии стоит остановиться, потому что императрица не суетится, не бегает, ничего не добивается. Но ресурсность она свою может как-то проявить, показать. Что будет, если вы будете зеркалить? Отлично, таркан суд, вторые шансы, вообще вы переход. Если вы сейчас будете молчать, уйдете в молчанку, кстати, тут как бы расставание аркан старше показывают, да? 13. Тем не менее, это трансформация. То есть здесь обнулиться. Возможно, сейчас то, что есть между вами, оно уже все уходит. Нельзя так дальше, нельзя. Надо что-то поменять, да? Как бы уже этап завершения. А вот дальше идет вопрос, что же делать дальше, да? Что воля, что неволя здесь такое. Так, если вы будете ждать этого человека... Если не будете ждать, будете заниматься своими делами. Вот интересно, если ждать, вы женщина в любви, вы в эмоциях, да? Если не будете ждать, здесь прям четкий ум, логика. Вы знаете, что вам делать. Вы как-то у вас, вот у вас либо ждать это сердце, да? Не ждать у вас логика, ум. Что победит? Дважды два, непонятно пока, да? Старший аркан сейчас. И, кстати, старший аркан, девочки, это мир. Но это вообще-то шикарный аркан. То есть вы находите себя и в своем доме, и в своих отношениях. Вот вы как-то интересно, у вас такая особенность. Что ни делай, как ни крути, а вы все равно выйдете со спокойной душой. Да, вы там, может быть, переживаете, волнуетесь, а потом хоп, и вы себя в руки берете. Здесь все-таки вы находите, чем вам заняться. Вас радуют ваши стены, где вы находитесь. Вас радуют ваши дети или ваше окружение, ваша работа. Как ни крути, вы все равно, вы сама гармония. Я понимаю, что это сейчас звучит очень так высоко, девчонки, но у вас этот потенциал же есть. То есть ваше восприятие или ваша осознанность здесь, ваши шаги и поступки, все влияет. То есть вам дано вот так, а вы чувствуете, я там в полной, ну, не дай бог, да, там кто-то, вы там говорите про себя, что в полной жопе вы.
Ну и так и будет. Можно сказать, что, блин, да все классно, должно быть только лучше. И не просто лежать на диване и плевать в потолок. Естественно, здесь надо что-то делать. И опять же, выбираете либо сердечность, либо вы что-то делаете, логически рассуждая, да. Но так и так у вас все равно мир, единство, и вы многого достигли, можете многого достигнуть. Так, здесь что еще, на что обратить внимание и совет рекомендация. Давайте сейчас еще мысли посмотрим, потому что здесь показывает, ну, такую какую-то повседневность, и здесь не очень, как бы, сейчас нужно что-то другое спросить. Давайте сейчас уже почти всю колоду мы с вами на всей колоде просмотрели, да? Всю колоду практически в работе. Смотрели по вашей ситуации. Итак, давайте его мысль. Первая мысль о вас сейчас. Девочки, здесь есть некоторое пресечение. Он чего-то добился и устал, пока сидит, но шанс еще какой-то для него, он сам себя берет. Дальше мысль, что вы надежная женщина, очень хороший друг. И еще что-то разрушается, не получается так, как хочется. И нужно опять же все разрушить до основания, а потом что-то новое построить, да? Еще. Еще, девочки, у кого-то проиграется треугольник, и нужно делать выбор, да? Это надо отдельную какую-то тему делать или как? Ну, здесь почему-то желание. Девочки, здесь пока желание. Здесь все-таки сексуальный подтекст. Постель для него важна. Насколько важна? Она движет им. Понимаете, здесь что-то новое. Здесь новое. Для человека это важно. Интимные вот эти все вещи, они для него важны. Но, конечно, и работа для него важна. Но встречи у него в основном сейчас, пока что, они идут для радости, для душевной, для телесной. Он может помогать, этот человек, может. Может быть, как-то точечно, не будет обеспечивать вот и до. Немножко, может быть, жадноват, но, знаете, он смотрит, чтобы его тугрики сильно не тратили. Тем не менее, мужчина при деньгах и при какой-то власти, при должности. Он человек очень сильных энергиях, он любит развиваться. И, в принципе, он вот в союзы, он не может без них. Это и для работы важно, для него, вообще для его потенциала это очень важно. Но он холоден, он не сердечен. Если у вас больше сердечности, у него здесь показывают наоборот. К вам чувства есть у него, что здесь какая-то блажь, понимаете, здесь какой-то вот прям, ну, он себя чувствует плохо, видимо, когда вот сейчас, на данный момент мы смотрим. Может быть, потом, да, сейчас пока нет. Вот здесь, кстати, идет отзеркаливать. И он еще не отошел от предыдущих каких-то отношений, чего-то у него там свербит, не может забыть. И поэтому, знаете, когда сейчас, может быть, с вами хорошо, потом хоп, он уходит в себя. Потому что вспоминает, анализирует, и какие-то еще события его жизни, его прошлого не дают ему покоя. Поэтому он пока, он, кстати, закрывается сам. К вам дела, действия, поступки в ближайшее время. Он с душой, он со встречи к вам, солнышком, радостный такой эгоист и эмоционально немножко неустойчив. 7 пятниц на неделе у него может быть. Может, сначала приеду, там приду или увидимся, потом хоп, такой, все, застремался, как говорится, да? Остановился и все, и стоит, и весь в ограничениях. Ну, здесь, смотрите, здесь еще тайные отношения могут быть вот у кого-то из вас, да, то тогда больше можно понять, что и почему всему свое время, как бы, вот. Но вообще, девчата, здесь пока еще какая-то тайна, еще под завесой, под завесой некой тайны все это ваше, то, что между вами, то может быть понятно, то потом непонятно. Давайте так, задайте ваши вопросы. Можете по этой теме, можете по другой. Сейчас достану замечательное Таро. Редко с ним работаю в последнее время. Так, это у нас американская, да? News Game Systems. Так, ну давайте посмотрим, что тут. Что тут у вас? Три вопроса по отношениям, по деньгам, по чему хотите, что вижу, то пою.
вам скажу, а вы уже эту информацию как-то к себе, да? Смотрите, как оно к вам будет. Так, что мы видим здесь? Здесь активные искушения, которые притят вам, портят фигуру, настроение, характер. Искушение, зависимость, да? Как вам с этим быть, что с этим делать? Делайте выводы, конечно же, сами. Но здесь это у вас кармическое что-то идет, показывают. Здесь отработка, два старших аркана и очень сильных. Это может быть зависимость от человека, либо от чего-то. Это проработка. Побороть зависимость. Здесь надо строиться на баланс и гармонию. Так, хорошо. Второе, что здесь? Ну, там козни еще по первому, да, на всякий случай. Девочки, вот здесь тоже, в принципе, стоять на месте. Здесь защищать свои права и интересы. И, скорее всего, тут нет больших шагов, либо они еще не сделаны. Какая-то стадия логичная и нелогичная. Может быть, вы наставите вы или соперница, что-то так. Вы можете чувствовать себя не очень хорошо и топать ножкой, ругаться из-за того, что не делается выбор. Ситуация требует выбора, требует какого-то контроля, но его нет у вас или кто-то. Знаете, когда момент холодности какой-то, да, может быть, там вызов такой, да, бросаю тебе перчатку, вот, жду ответной реакции, провокации, да, какие-то холодные выходки, вот что-то такое, третье. Так, а здесь показывают эмоции как раз-таки незрелые. То люблю, то ненавижу, да, из огня да в полымя, вот что-то эдакое. И как итог, здесь-то карта красиво прокрутилась, короля кубкового. Здесь эмоции взять под контроль. Здесь показывают кубковую. Не кубковую, точнее, это не кубковые, что были эмоции. Пентаклики. Женщину материальную показывают. Может быть, даже как материальную, может вот это вот все немножечко штормить. Но здесь интересно, здесь может быть и персона. Надо все-таки посмотреть, почему показывают. Уточняем. Ситуация жертвы, ситуация как вот отток энергии здесь идет. Здесь сочетается несочетаемое совершенно. Человек, который привык к комфорту, критически мыслить каким-то образом, да, логически, и основываться на некой подушке безопасности, да, и на том, что должно вот прям чувствовать как-то, что все было хорошо. А тут начинают как-то вот эти вот куда-то, как качели туда-сюда, эмоциональные, именно эмоциональные. Что приводит к оттоку энергии? Давайте еще все-таки третье. Здесь отсутствие действий, поступков показывают. Нет желания какого-то четкого. То есть эти эмоции могут только распалять и распылять. А будет ли смысл, да, вот качаться туда-сюда? Ты или туда, или сюда. Вот это туда-сюда не надо, да? Ну вот так. Я надеюсь, что вам было интересно. Я знаю, что вам было полезно. Пишите ваши комментарии, дорогие, подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за донаты, за подписку. Вы все большие умнички. Конечно же, особенно те, с кем мы на одной волне. Благодарю, что вы со мной. Благодарю вас за донаты. Спасибо, что вы находите время и такие слова. Просто невероятные, да? Как и поддержка, и благодарность ваша за наши встречи, за мою скромную помощь, за мой скромный труд. Те, кто желает обратиться индивидуально, дорогие, экстрасенсорно, смотрю информацию под видео. Ну и до новых встреч. Пока-пока.